Сегодня хочу поделиться еще одним способом приготовления булочек. Я не знаю, как в других местах здесь продается вот такое тесто. Вот тут 10 таких вот лепешечек, 10 булочек. Они заморожены, просто открываешь эту баночку, и они быстренько увеличиваются в объеме. Для этого нам нужно это тесто, чесночок немножко, соль, спрей для кастрюли, чтобы туда положить, и оливковое масло немножечко. Чеснок выдавливаем через пресс и добавляем туда соль и немножечко оливкового масла. Выдавленный чеснок подсаливаем. Добавляем пару ложечек столового оливкового масла. Все перемешиваем. Эту смесью мы будем намазывать сверху булочки готовые. И теперь как мы их делаем, булочки. На упаковке хотя и написано бисквит, но это просто обычное тесто. Булочки эти уже так порезанные на 10 частей. Просто их вытаскиваешь, и все, оно уже готово к употреблению. Вот это тесто у меня из этой баночки. Вот такая у меня кастрюлька. Сейчас там варится супчик. И я вставила туда вот это ситечко. Обрызгала его спреем. И на эту ситечко кладу тесто. И оно будет вариться на пару. Это будет не запеченные, не жареные булочки, а булочки на пару. Нам очень нравится. Вот так я их все разместила. Закрываю крышку, и где-то минут 10 они должны готовиться. Время от времени проверяем. Крышка должна крутиться так свободно. Если она мало крутится, то добавляем температуру немножко, чтобы именно на пару все варилось. Вот так она свободно крутится. Под правым кольцом пар дает изнутри. Она крутится. Это кастрюля от компании МДЭ. И у них такая вот есть особенность, что все готовится на пару, там паром. Крышка поднимается, если она свободно крутится, значит хорошая температура, нормальное давление пара. Вот так булочки у нас уже поднялись, но еще не до конца, время вышло. Даже я подготовила мелко нарезанный укропчик, можно украсить будет булочки сверху. Вот они готовы, я их выкладываю на тарелочку и сверху помажу маслом чесноком и посыплю укропчиком. Булочки готовы. Приятного аппетита!